Но есть критерии, когда можно понять, что этому человеку надо отдать свою жизнь. А женщина, отдавая себя, отдает свою жизнь на самом деле. Почему? Я сейчас вам расскажу, почему. Потому что мужчина, он когда половые отношения строит, что он получает? Он получает удовольствие, понимаете, удовольствие и расслабление. У него привязанность возникает? Возникает к тому, чтобы еще раз удовольствие получить. Точно так же. Женщина что получает от этих отношений? Привязанность и зависимость. Вот что, мои хорошие, она получает от этих отношений. Она становится реально зависима психически от этого человека. И в этом заключается проблема. Потому что, когда человек становится зависимым, он не может принять уже решение, что ему дальше делать. А если он принимает, значит, ему придется страдать. Допустим, она решила, что она не должна быть с ним. Плачет горючими слезами. Я знаю много примеров, когда женщина приходит ко мне на прием и говорит, я уже живу с чужим мужчиной, но я не могу от него уйти, Олег Геннадьевич, не могу. У меня нет сил от него уйти, я не могу. Что мне делать? Как мне жить? Я устала от этих отношений. Сразу первый вопрос. А вы вспомните, как они возникли, эти отношения? Вспомните. Неужели вы не знали, что он женат? Олег Геннадьевич, ну так получилось. Мы попали в такую ситуацию, в которой мы поспали вместе. Да ничего смешного нет, кстати, мои хорошие, ничего смешного нет. Вот смотрите, смех означает незнание. В чем знание заключается? Если женщина остается с мужчиной, которому ее тянет, в одной комнате, никого вокруг нет, тишина, она не может с собой ничего сделать, не может. В этом заключается принцип понимания вещей. Поэтому нельзя эти отношения строить в уединенных местах. Если вы не знаете, что это за человек, женатый, не женатый, не знаете вообще его, зачем с ним встречаться в уединенном месте, где вы не защищены, вы ничего не можете сделать, у вас нет силы никакой защититься. Вы будете полностью подвержены, то есть полностью будете под его контролем находиться. Может быть, и не так. Может быть, вы и удержитесь от этих отношений снаружи, но внутри вы потом будете об этом жалеть. Если вы в уединенном месте остались с ним, все равно вы впали в зависимость хоть так, хоть так. Все равно потом будете чувствовать, и на второй раз попадетесь. Поэтому женщина не должна строить отношения с мужчиной таким образом, не должна. Она должна с ним встречаться там, где порядочные отношения будут развиваться, порядочные. Означает, можно поговорить, пообщаться как-то. Отношения должны сначала строиться здесь, вот и здесь. Понимаете? В двух местах всего. Теперь вы скажете, но ведь мужчине этого не надо. Мужчина же хочет секса, это же всем известно. Ведь так вы теперь скажете мне или нет? Не ожидал, что мужчина скажет, не ожидал. Давайте будем честными и скажу вам правду. Мужчина хочет секса. А точнее, он хочет добиться женщины. Добиться ее, понимаете? Чтобы она была его, он этого хочет. Ну, как бы потом это все вот в это превращается в конечном счете. Но так или иначе, это неплохо, это хорошо. Надо понять одну вещь. Когда у него меняется интерес, вот что надо понять. Интерес у него меняется тогда, когда женщина прилагает достаточно душевных сил для создания семьи. Достаточно душевных сил. Означает, что она сильно хочет именно семью создать, а не наслаждаться этим человеком. И когда он это увидит, он начинает трезветь и относиться к ней очень глубоко и по-человечески, понимаете? И в этой связи одна удивительная песенка мне очень нравится. Меня уже не ругает, можно попеть. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь.
одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Вот так женщина должна себя вести. Понимаете? Вот так вот, чуть-чуть на расстоянии.